6 ноября 2021 год. Вот выкопал семейный хрен. Ну, ему больше кусту 21 год больше. Потому что еще отец молол этот хрен, а отца уже 21 год нету. Ну, вот получается, тут, конечно, это... Я почистил-то грубенько обухом ножика. Пошкрябал. От гнили... Увы, тоже гниль присутствует, оказывается, да, вот такая, да, сухость. Ну, вот это точно больше килограмма, вот этот корень, точно больше килограмма. Ну, а это вот молоденькие, тоже, наверное, здесь, ну, тоже, наверное, грамм, наверное, 300-400. Вот, сейчас надо определиться, в интернете найти какие-то ресурсы, что с ним делать. Я вот слышал, что можно даже перемолоть просто 300 грамм на 3-литровую банку воды и пить по 6 столовых ложек там каждые 3 часа, и там вообще мертвые оживают. Ну, хрен он есть хрен, много полезностей в нем. Ну, вот как бы так. Ну, ладненько, что получится, потом на YouTube-канале Стороженко Владимир помещу, что получится из этого хрена. Ну все, телефончик +7 924 123 24 44, может быть, вы что-то посоветуете.